Второго пути.
Платформа номер один. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда. Скорый поезд номер 90. Сообщение. Санкт-Петербург. Волгоград 1. Отправится через 5 минут ко второму пути. Платформа номер один. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда. Просим... Скоростной электропоезд. Ласточка. Сообщение. Лебяжье. Санкт-Петербург. Прибыл на второй путь. Левая сторона. Будьте внимательны и осторожны. Уважаемые встречающие, скоростной электропоезд. Солнышко.
Уважаемые встречающие, прибывший электропоезд, сообщение, Луга, Санкт-Петербург, прибыл на 3:30, правая сторона. Будьте внимательны и осторожны. Будьте внимательны и проявляйте бдительность. Не оставляйте свои вещи на вокзалах, станциях и в поездах. При обнаружении...
Да, спасибо, спасибо. Девочки, бокальчики на столик, пожалуйста, освобождайте одно место, пускай кто-нибудь, да, присядет у нас. Спасибо, все хорошо. Счастливого пути, здравствуйте. Ага, как всегда, и красота загоняет. Всего хорошего, счастливого пути. Спасибо. Здравствуйте. Новый Петербург. Кто у меня ездит до Нового Петербурга, не взял билеты обратно. Приобретайте сейчас сразу билет в номер и быстро обратно, чтобы не стоять в очереди.
нет комаров. Тихо, спокойно. А здесь ходишь, ноги спотыкаешь. А спокойно. А мне хорошо. Ну ладно, Change here to Moscow.
станция «Центральное кольцо». Следующая остановка – текстильщики. Новохохловская. Change here for Moscow Central Circle. The next station is «Текстильщики».
Уважаемые пассажиры,
электропоезд «Ласточка», сообщение «Лебяжье», Санкт-Петербург, либо на второй путь, левая сторона. Будьте внимательны и осторожны. Уважаемые встречающие, скоростной
назначение Москва, Санкт-Петербург прибывает на 11-й путь. Нумерация вагон с хвоста состава. Скоростной поезд номер 726 с сообщением Москва, Санкт-Петербург прибыл на 11-й путь. Нумерация вагона с хвоста состава. Еще пока я не готов.
куда-то идет. Она, подожди, она куда повернет или сюда? Подожди. Thank you.
Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Лугава будет подан под посадку на второй путь. Спасибо за внимание. Уважаемые гости, приветствую вас на железнодорожной динамической экспозиции исторического подвижного состава в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 «Продвижение Экспо». История локомотивостроения в России от 19 до 20 века предстанет перед нами во всей красе. Локомотив – символ железнодорожного транспорта. Именно появление паровоза в начале 19 века послужило толчком к бурному развитию железных дорог. Стальная сеть соединила города и страны по всему миру, сплотила народы, изменила уклад жизни и ход самой истории человечества, изменила понятие о времени и пространстве. Итак, приготовьте свою съемочную технику. До незабываемого парада заслуженных локомотивов осталось несколько секунд. Дорогие друзья, наш салон единственный в мире, на котором происходит демонстрация железнодорожной техники не только стационарно, но и на ходу. В прошлом году исполнилось 185 лет железным дорогам России. Сохранению раритетов этой давней истории компания «Российские железные дороги» удивляет особое внимание. Ярким свидетельством этому служит уникальная экспозиция нашего музея, который впервые принимает в своих стенах железнодорожный салон. В этом году исполняется 20 лет компании ОАО «РЖД». И все эти годы мы не просто сохраняем уникальные исторические машины, но и восстанавливаем их до рабочего состояния. И сегодня у нас премьера. Мы присутствуем на первом показе возрожденного старинного паровоза серии «Мягкий знак». Да-да, была и такая. Перед нами действующий локомотив 19 века. Поприветствуем ветерана аплодисментами. Паровозом управляет машинист Михаил Александрович Стукалов. Давайте в завершении нашего парада еще раз поаплодируем этим прекрасным машинам и людям, благодаря любви и труду которых они поддерживаются в рабочем состоянии и радуют нас своим бегом и незабываемым гудком.
Thank you.
сообщение. Это забудь. Москва. Отправляется с 9 на 7.